В общем, я считаю, что книгу Дейла Карнеги «Как располагать к себе людей» должен прочитать каждый. Каждый, потому что вокруг очень много хамства и невежливости. Давайте уважать друг друга, люди. Hello, это всем выгодно? В общем, ребят, я тут снарядилась немножко. Как вам мой прикид? Все, обещаю больше таким не заниматься. Один раз хожу в Хибины и все. Честное слово. Всем пиз. Ребята. Хотелось побыть дикой, да? Ну что, похоже на Шерон Стрейт. Station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand. Bound home, where my thoughts are escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day. Ну что, моя первая тренировка в самом разгаре. Хожу туда-сюда по лестнице. По-моему, с 7-литровой бутылкой воды в рюкзаке и двумя спальниками. Как после баньки просто. Дин, Дина, гулять пойдем? Пойдем гулять?